Всем привет! Смоленистые, специально для вас собрала несколько вариантов в этом видео заливки сервировочной посуды и костеров, чтобы показать, какие эффекты получаются, если ты по-разному заливаешь смолу. Например, в первом видео, вот здесь, я заливала с помощью техники грязный стакан. И посмотрите, какая глубина, какие взрывы, просто как вот настоящий малахит. Кто поспорит? И в технике ничего сложного нет, главное просто знать время замешивания и время выдержки смолы, то есть время ее жизни. Вот, и такие эффекты у вас будут получаться. Края обработала с помощью жидкой поталии и перекрыла еще раз финишным топом. С помощью фольги внутри поталии я разрывала ее, и блесток получилась такая насыщенная сердцевина. В этом примере я заливаю послойно. Также использую паталь, но только серебряный, обратный эффект. Хотелось какую-нибудь холодную сделать этажерку. Аккуратно доставайте ваши изделия из молда. Я уже столько раз поцарапалась, и желательно демолдинг проводить в текстильных перчатках, потому что, ну, вы не поверите, какая смола бывает острая и какие глубокие царапины после нее остаются. Берегите себя. И следующий пример у меня тоже будет послойный, но только с добавлением витражно-пигментов и более насыщенной сердцевины. Еще больше примеров у меня в онлайн-курсе по срезу камня. Там мы разбираем и как залить панно, и как залить сервировочную посуду, и технику безопасности смолы. Наслаждайтесь работой, берегите себя и вдохновляйтесь. Всем отличного настроения!